Раз, раз. Раз, два, три, четыре, пять. Снова Казуку Фэмили опять. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Казуку Фэмили, и мы продолжаем играть Bloodline Кровавая Линия. Игра мега не оптимизирована. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Как бы смешно это ни звучало. Ставьте колокольчик. Так. Короче, дело к ночи. Короче, в чем прикол? Мы не можем понять, что нам делать, твою мать. Всем приятного просмотра. Мы продолжаем с глюками, с FPS-ом, полную пьесу. Блять, короче, чё короче? Длиннее. Я, знаете, не понимаю, куда переть вообще. Ты... Я не смогу сдвинуть эту бочку. Она слишком тяжелая. У него все тяжелое. Ее куда-то надо сбросить. Закрытая дверь, мать твою. Тут, видимо, надо идти вниз. Короче, если я умру, все будут об этом знать. Не знаю, вам все объяснять или нет. Не хочу затрагивать какие-то личные переживания. Вот. Какие, сука, красивые гробы. Да. Мне не нравятся. Безусловно. Так. Здесь? Или не здесь? Вот в чем вопрос, да? Здесь надо сбросить что-то куда-то. А куда? Вопрос. Где тут проклятый пол, который нужно скинуть? Где? Здесь? Или где? Я ни хера не понимаю. Мне нужно сбросить проклятый поляна. Поляна, понимаете? Не просто поле. Я не смогу сдвинуть эту бочку. Она слишком тяжелая. Ну чё ты гонишь? Ну в смысле тяжелая? Куда ее сбросить-то, мать твою? Сюда? Ну да, вот. А если не сбросить, то чем? Стрелять, что ли? Блядь, я забыл это сделать, ёб твою мать. Сука, hell. No dead и... Ну, естественно, давайте же троллить вообще полностью. Ну, твою мать. Да ёпарасите. Limited weapons, да? Unlimited. То эмо, которое вы могли подумать, да? Так, а ну-ка. Она не стреляется, да? В смысле толкаю? Ну толкаю ее, блядь, придурок сраный, блядь. Чем ее толкать, вопрос, блядь. Палка есть? Крюком, ломом будешь? Я не смогу сдвинуть эту бочку. Она слишком тяжелая. Берем и толкаем бочку. В смысле толкаем, блядь. Она не толкается, ёбаный в рот, в смысле, ну чё за херня? Как ты её, блядь, собираешься толкать? Я не смогу сдвинуть эту бочку, она слишком тяжелая. В смысле, ты, блядь, не сможешь её столкнуть? Ты еблан?
Может, имеется в виду другую бочку? В смысле другую? Тут нету логики на другую бочку, блядь. Как это проходить, товарищи? Объясните мне, пожалуйста, вопрос, как? Каким хером ее нужно толкать? Крюку, блядь. Ну? Пол здесь сильно поврежден. Сюда упало что-то тяжелое. Может быть, это мне поможет. Блять, естественно. А до этого я что пытался тебе сделать и сказать, еблан? Не спиздел, правду сказал. Так, подожди. Я не смогу сдвинуть эту бочку. Она слишком тяжелая. Я не смогу сдвинуть эту бочку. Она слишком тяжелая. Ну и как ты ее сдвинешь? Каким яйцом? Я не смогу сдвинуть эту бочку. Она слишком тяжелая. Че за... Давай доской. Так. Стоит как следует толкнуть бочку и... Знаете, у меня было предположение, что именно палкой нужно, блядь. Аллилуйя, блядь. Хуяк. И где мы, блядь? О, нахуй. Ебать, смотрите, ребят, блядь. Магия, блядь. Я упал 25 FPS. Ебать, заебись. Дверь открыта. Что-то здесь не так. Тут чуть-чуть осталось, видимо, проходить. Ждем загрузка мана. Папа, можно вообще в телефоне посидеть, блядь. Так. О, нихуя себе как быстро, блядь. Я даже не успел соскучиться по игре, блядь. Так. Сохранить, блядь. Последнее прохождение, нахуй. Так. Не обращайте внимания просто. Я уже настолько... Ну, вы поняли уже по музыке, да? Насколько я заебался. Так. Так, 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 так. Йоу, fucking shit, 10 FPS. Не получается. Здесь закрыто. Да ладно, ну какое предположение, блядь, закрыто нахуй. Ну зайди там в решетку, блядь. И закройте нахуй. Полностью от себя. Так. Вы знаете, меня всегда удивляет, когда материшься. Все такие, блядь, не матерись. А как смотрят Куплинова, да, и все такие, ебать, да он пиздатый, охуенный, да вы чё, блядь, он смешной, блядь. Ну смешной это смешной, но, блядь, представляете, если бы он просто... Был вот как он, блядь. Доктор Браун, блядь. Как дела, Джим? Дверь может открыться только с этой стороны. Хочешь, я помогу тебе? Браун? Что вы вообще за человек? Вы виновны в смерти Робинсона. А может быть и не только его. Я все знаю. Это же смешно, Джим. Ты снова пытаешься казаться умнее, чем ты есть на самом деле. Робертсон все мне рассказал. Я могу доказать, что вы причастны к незаконным экспериментам над пациентами. Я вас уничтожу. Вот это вряд ли. Ты забыл, где ты находишься, Джим. Здесь я хозяин. Поэтому я знаю, что его признание — грязный клочок бумаги без подписи. Не стоит так серьезно воспринимать выдумки больного человека. Доктор Робертсон работал с вами. Он не был болен. Да нет же. Он был моим пациентом. Он был очень тяжело болен.
Мы все испробовали. Даже электрошоковую терапию. Но ты знаешь, чем это кончилось? Это был несчастный случай. Такое бывает. Меня на это не купишь, доктор. Вы убили его, чтобы он не рассказал лишнего. Честно говоря, мне все равно, веришь ты или нет. Ты знаешь, что твое собственное психическое состояние тоже находится под вопросом. Мне не на что жаловаться. Я знаю, кто я такой. Этого вполне достаточно. Почему ты так уверен в этом, Джим? Я могу вылечить тебя, положить конец твоим страданиям. Пошел нахуй! Как ты на это смотришь? Вылечить он может. Чтобы вы мне помогли? Слушай, не заставляй меня применять силу. Насилие не мой стиль. Зато мой стиль, Еблан. От тебя мне нужно только одно. Отдай мне маленькую хрупкую вещичку, которую ты украл. Она же не пригодится тебе. Отдай ее сейчас же, и можешь идти куда хочешь. Я открою для тебя все двери. Ты будешь свободен. Что скажешь? Так вы проверяли свой сейф? Ты в нем немногое оставил, но мне нужен лишь мой амулет. Я его очень ценю, он достался мне. Амулет хочешь, да? Это самое обычное украшение, но мне не хотелось бы потерять его. Ты понимаешь меня? Никогда бы не подумал, что вы будете почти умолять меня об этом. Ползай перед нами, сука. Следи за своим языком, Джим. Я никогда ни о чем не прошу. Если мне что-то нужно, я это получаю. Рано или поздно. Не зли меня. Это как раз входило в мой план. Вы слишком предсказуемы для психиатра. Для психиатра тебе это удалось. Надеюсь, ты доволен собой. Теперь моя очередь. Я знал, что ты можешь отказаться выполнить мою просьбу. Я со спокойной совестью смогу понаблюдать, как твои кишки будут вываливаться на пол. Когда ты захлебнешься в собственной крови, я заберу у тебя амулет. Прощай. Пока-пока. Придурок. Чё, блядь? Ты чё, пару этих? Смотрите, музыка. Опа! Ну что, блядь? Однорукий Джек! Ёб твою! Давай! Двигай попой, отдыхай. Congratulations, abominations, abominations. No one now relations. Ну и чё? 7 FPS, ёбаный насрал, и чё? Чё там делать? Я лечу по локейшн. И чё? А чё за фигня-то происходит? И чё дальше делать? Опа-на! А чё в этой палате? Ничего, да, 15 FPS, ну ладно. Выходим уже 7, да? 10, ну ладно. Ой, я, блядь, провалился нахуй. Нахуй. Опа, на. Ты кто, блядь? Что за мордосос? Ебать, копать, когда ты сдохнешь, чувак? Опа, на. Dead off. Я сегодня много функционал. Так. Опа-на! Три белых коня, стреляю я с автомата в тебя. И чё? Умер фак. Если есть в кармане пачка, но не сигарет, значит всё будет замечательно на сегодняшний everyday. И чё? А это не хочет конкретно лежать, да? Опа-на! Снова сиська Мане. Ну ладно. По-моему, здесь еще можно найти что-нибудь интересное. А что ты тут найдешь? Что нам нужно здесь найти, чтобы локейшн перейти? Повези, пожалуйста. Вы понимаете прикол? Лифт, а лифтмен. Стоп, подожди. Гудини. Благо, что не бикини.
делать ничего. Я хотел пройти, а в итоге хрен сосна, да? Ну и чё? Я не понимаю, я запутался в этой локации. Вот опа-на, где-то звук. Опа-на. Кто ты там? Здрасте. Забор попрасти. Опа-на. Простите, я не туда зашел. Допустим, одна. Мне кажется, это прохождение финальное. Переходите в какой-то трэш. Я нифига ничего не понимать, вы представляете? Мало того, что FPS плывет, так еще я ночью записываю, да, премьеру, обнуляю. Так, подожди. Не получается. Здесь закрыт. Ну открой как-нибудь, а? Господи, за что мне эта жизнь, а? Ну ломом открой, блядь, выломай, я не знаю. Не знаю. Стоит ли это делать? Что, блядь, я предсказываю, блядь, готов. Дети. В смысле готово? Серьез? А ты мог раньше сказать, что ты выломаешь дверь, блядь, ломом, хомкой? Как Гордон, придурок, блядь. Ну что это такое? Что тут у него? Еще один труп. Думаю, его стоит обыскать. Может быть, я найду что-нибудь интересное. Ничего. Есть только одно письмо, которое он не успел отправить. Давай. Если есть... Письмо адресовано жене покойного. У него не было времени отослать его. Здесь есть кое-что интересное. Дорогая, я пишу тебе это письмо, потому что не хочу, чтобы ты беспокоилась обо мне. Хотя мне совсем не нравится все то, что происходит здесь в последнее время. Исчезают пациенты. Происходят странные несчастные случаи. Я знаю, что умерло уже по крайней мере 3 пациента, а 2 куда-то пропали. Все мы заперты здесь. Словно больны не наши пациенты, а мы сами. Я бы не стал тебе это писать, если бы не подозревал, что странное поведение нашего директора имеет что-то общее со сложившейся ситуацией. Некоторое время назад я видел, как он выходил из канализации под кухней. В руках у него был большой ящик. Еще до того я видел, как он изучал план канализации. Это натолкнуло меня на мысль, что он нашел никому неизвестный выход из лечебницы. Он дружит с мясником, поэтому тот не донесет на него в полицию. Но я опасаюсь за свою жизнь. Если он узнает, что я что-то подозреваю, я не хочу, чтобы следующий несчастный случай произошел со мной. Я тебя очень люблю. Вот и все, что я хотел написать. Канализация под кухней. Может быть, в ней я смогу найти ответы на мои вопросы. А, понятно, мне по лестнице пока что не надо, да? Ну давай открывать дверь, мать твою. Какой телефон? Где телефон, блядь? Где блядский телефон? Ну. Да, работает. Может, сначала стоит вызвать полицию? Это полиция. Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Как хорошо, что я дозвонился. Назовите свое имя и расскажите, что с вами случилось. Меня зовут Джим Карт. Я не смогу объяснить вам, что здесь происходит, но очень прошу, пришлите сюда кого-нибудь. Пришлите вооруженное подкрепление. И не могли бы вы говорить яснее? За такие шутки вас могут обвинить в хулиганстве. Это не шутки. Я говорю серьезно. Послушайте. Я знаю, что все это звучит неубедительно, но здесь происходят страшные вещи. Вы должны поверить мне. Джим, как нехорошо с твоей стороны. Я ненавижу полицию. К счастью, их можно легко подкупить. Не думай, что я позволю тебе помешать моим планам. Пока. Черт. Я бы сказал, что это не конец, дружище, это пиздец. Да. Потихонечку надо уже проходить эту игру.
слова совсем. Так. Кстати, по графике немного напоминает Вольфенштейн. Зона отдыха. Ага. Ага. Потом канализация. Ну да. Совсем чуть-чуть. Почти прошли, короче, чуть-чуть осталось. Часик, может быть. Ни хера какая быстрая загрузка была. Что это за звук? Сюда что-то приближается. Туда-сюда, блядь. Опа-на, блядь. Вместе встречка. Урод, петличка. Давай, congratulations. Раз. Я подготовленный, пидорас. Поехали, короче. Кто на новенького, кто на пряничкова, кто на левочку? Гостиница, что ли? Дверь не открывается. Она примерзла. Должно быть, с другой стороны находится холодильник. Факт, в Альфенштейн играли, нет? Опа-на. Получи! Кирпичи. Так, поехали. Что тут? Что тут такое, блядь? О, да. Очень горячо. На чайник убирать надо, да? Для чего-то. Нифига себе поворот. Опа-на. Сюда, опа-на. Дверь не открывается. Она примерзла. Должно быть, с другой стороны находится холодильник. Уильям, блядь, сказал еще тут. Давай. Опа-на, это что? Серьезно? Это даже пародия на этого, блядь, как у меня. Resident Evil 2, ребят, смотрите. Кто-то попытался протащить здесь труп. Но почему на кухне? Блядь, реально пародия на Resident Evil, блядь. Нихуя себе поворот, блядь. Опа-на. И чё? Куда чё? Опа-на. Опа-на, закрыто нахер. Погнали, блядь, нахуй. Сюды? Или не сюды? Дверь открыл? Не открыл, да? Дальше печалька. Да. Куда? От чего, блядь, вопрос? Ну, бля. А что тут, блядь? От него отвалилось колесо, и неизвестно, в каком состоянии находится двигатель. Правда, топливный бак кажется еще цел. От туалета. Fucking shit, а? Что? I'm fucking
что вросла. Что? Корни. А я теряю корни. И чё? Тут очень запутано вообще в игре. Что нам конкретно нужно делать? Готово. Серьезно? Я уже... вот это шаурма. Так, подожди. Неудивительно, что он повесился. Он пишет, что не выдержал здешних условий и постоянного страха стать одним из пациентов доктора Брауна. Интересно. Доктор Браун часто навещал мясника и не хотел, чтобы кто-то видел его здесь. Чем обычный мясник мог заинтересовать Брауна? Кроме ключей, у него ничего больше нет. Ага. Да, короче. Берем. Подожди, это что, шланг? Да. Быть может, сейчас. Раз, два, три. Четыре, пять. Закрытая дверь. О, нихера себе, блин. Опа-на! Понятно, да? А, так. Что мы тут вообще должны были найти? Чайник и круглую ручку, да? Так, выходим. Идем налево. У нас есть налево. А. Воу! А что, тебя не убил? Не рычи на меня. На меня только жена имеет право рычать, ты нет. А. Нерабочий лифт. Он снова нерабочий. Нерабочий лифт. Он словно отрабочий. Пиздец. Дверь не открывается. Она примерзла. Должно быть, с другой... Этот чай... Дверь не открывается. Она примерзла. Должно быть, с другой стороны находится холодильник. Где чайник? Дверь не открывается. Она примерзла. Должно быть, с другой стороны находится холодильник.
Ебать, а я что, помню, где этот ебучий мотоцикл? Здесь? Где был ваш факин мотоцикл? Здесь. Ой, блядь. Здесь, да? Отсюда все, что осталось. Этого бензина мне хватит. Так, блядь, назад, нахуй, я сказал. Ой. Когда ночью начинаешь проходить второй раз, тебя просто усыпляют как младенца, сука. А куда, блядь? Кто ты, блядь? Как там симпатичная? Блядь. Простите меня, сестра. Но я должен был сделать это во имя добра и святого кролика. Дверь не открывай. С другой стороны слышатся какие-то звуки. Я не могу сказать, что это. Всего одна искорка, и дверь вспыхнет, как спичка. Давай. Сейчас или никогда. Да. В смысле без ручки, блядь? А где ручка, блядь? Сказать, что это. Вот это ручка. Может быть, туда она отлично подходит. Нихуя себе поворот. Кухня, блять. Интересно, быстро мы сегодня игру пойдем или нет? Блин. Сил бы хватило пройти бы это говно. А то я чувствую, что придется попариться, блять. Кухня, канализация, камелономни, 3, 4. Короче, 4 локации и финал, блять. Заебись. 4 локации, блять. Пережить. Если мы сможем ее вообще, блять, пережить эту локейшн. I don't want a location. Fuckin' it'll be my fashion. Я начинаю уже этого, блин, пародировать. Я знаю, кто скажет, парень. Нахуй пошёл. Тоже. Ебать, чё вы такие жилищи, блядь? А? Раунд крутой, блядь. Мясник, блядь. Что это такое? Крутой, а? Пощу нахуй, блядь, а? Чё, топор забрать нельзя? Нихуя ты живучий. Сколько с автомата я снял этого? Где мои коровки, блядь, сука, я не понял, блядь.
Кого порубить, на мясо пососать? Ну? Кто первый? Кто первый, сука, я не понял, а? Давай, руби. Руби, блядь, как в этом Дайнплайде. Санлайде. Давай. Что тут? Переходи уровень. Переходи, блядь, я сказал. Давай, блядь, руби. Хо, блядь. Хо, блядь. Хо, блядь. Хо, блядь. Давай, ну. Давай, руби по мясу. По черепушке его сраной. Давай. Раз. Два. Ну, ходит такой косой, как Артём, а? Давай, блядь. Давай, блядь. Руби, блядь, по мясу просто, блядь. И чё? И чё? Кажись, скукота. Ёбаный сосос. Чё так скучно, а? Почему в играх всё так банально? Ребята, объясните, пожалуйста. Я скучно. Чего? Шкафчики? Какие шкафчики? Тут нету никаких шкафчиков, чё пиздите, блядь? То есть, из на кухня есть только. Так, сейчас подожди. Мара, цара, сара, из мара. Ну. Текила, блядь. Писи на всю конём, а? Твой шкаф, блядь. Этот? Кошка, да? Подожди-ка.
бочка и спускаемся в канализацию. В смысле? Какую, блядь, канализацию? Писавший письмо не ошибся, то это и есть тоннель, которым пользовался Браун. Найду ли я там то, что мне нужно? Так, спускайся. Канализация. Здесь описание прохождения просто жесть. Так, 45 минут, капец. Так, налево. Вообще никаких дырок не было, хули пиздите, блядь, еблана, блядь. В смысле, блядь. Хватит проходов, вы чё, блядь, издеваетесь?
Наверное, мне нужно открыть сначала центральный вентиль. Тогда что? Ничего не выходит. Замок мешает повернуть кран. Замок мешает повернуть кран. Come on.
секунду. Так, а что тут? Я уже видел что-то подобное. Я узнаю этот почерк. Это почерк Брауна. Он делал записи о геологических исследованиях. Возможно, речь идет о катакомбах под лечебницей. Но почему Брауну это так интересно? Судя по этим записям, я быстро могу добраться туда прямо из канализации. Нужно просто найти вход внутрь. Да, чувак, ты так легко это говоришь. Вход. Называется не вход. Найди выход. Ничего не выходит. Замок мешает повернуть кран. Так у тебя ключи есть от замка, блин? Чхули ты тупишь, главный герой? Так. Трудная задачка. Thank you.
Рейли запутался, серьезно. Ёпка высоте, а. Ладно, народ. Давайте это прохождение сделаем коротким, чтобы уже в следующий раз был финал, потому что это камнеломни и пещеры мы еще будем мучиться. Всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили. Ребятушки, не забывайте про лайки. А всем до скорого. Всем удачи. Всем пока-пока.